Привет всем! Ну вот, братва попросила еще раз про наливки и настойки рассказать. В двух словах. Это вот я поставил на зиму. Это вот мама передала ягоды, друзья там, все соседи любимые. Тут есть вкусные женские, мужские наливки, веселые, красивые. Ну, короче, сейчас дорасскажу. Так вот, попросили рассказать про наливочку и настоечку. Я начну с настоечки, которая на зиму для здоровья. Вот, смотрите, что стоит у нас. Медик, графин, ингредиентики я сейчас расскажу. Водка, шоколад, бокал, Оскар и плед. Специально вот это вот все, вот, город Минск. Начинаю с чего? Значит, это настойка специально для того, чтобы не заболеть, либо для профилактики. Она будет очень острая, поэтому буду краток. Мед я туда уже залил, потому что долгая песня заливать мед. 3 столовых ложки. Посмотрите, какой графин. Спилберг, мой любимый Спилберг. Не болеть. Этому графину лет 60 или 70. Потому что мне его подарили. Он когда-то еще стоял на комсомольских собраниях. А может, на пионерских. А может, и на октябрятских. Значит, что? Грецкий орех чищенный. 2 сушеных острых перца сам высушивал. Лимон с коркой, но обязательно помыть щеткой, потому что цитрусовые очень сильно обрабатывают всяким ядом. Калина красная, свежий перец красный, острый. 2 чеснока, 2 головки пополам. И черная рябина, 5 штучек. В двух словах, ребята, она штука будет невкусная, но полезная. Начинаем с чего? Забрасываю сначала лимончик. Я это делаю быстро, чтобы не отрывать вас от эфира. Что касается меда, многие скажут, что мед теряет свои свойства в спиртном и в кипятке. Соглашусь, но свойства он теряет не все. Я когда был на Кубе, нам давали кофе с медом, очень вкусно было. И когда я ныряю, я всегда пью либо чай с медом, либо кофе с медом. Потом я добавляю калину красную. Она здесь еще идет и для красоты. И для красоты. Обязательно грецкий орех чищенный. Обязательно грецкий орех чищенный. Вот. Калину докидываем. Красный острый перец. Я его разламываю пополам, потому что очень важны семечки, которые находятся внутри. Они тоже дадут остроту. Естественно, красный острый перец свежий, чеснок. И для красоты черная рябина. Вот это вот все, ребята, это важные ингредиенты. Кто-то может что-то добавить, может шиповника добавить, может от грецкого ореха добавить внутренние чешуи. Как хотите. Дальше. Это все заливается обычной водкой. Кто-то может заливать самогонкой. Не принципиально. Заливается в принципе на 1,5 сантиметра. Ребята, на 1,5 сантиметра сверху. О, Владимир, покажи этот шикарный графин. Настаиваться минимум месяц. Через месяц. Для профилактики. 1 чайная ложка утром натощак. Противно, но, прости меня, Господи, поможет от всех болезней. Смотрите, что дальше. Почему здесь лежит шоколад? Если вы чувствуете, что вы заболели,
если чувствуете, бывает такое, никогда уже болеете, а чувствуете, обязательно из вискального бокала вечером 80 грамм вот этого вот. Перед этим либо съедаете шоколад за 15 минут, либо хлеб с маслом. Мужчина 2 по 80. Естественно, это Оскар. Ну и берете потом пледик, садитесь возле камина. У кого нет камина, пледик и к телевизору. Мужчины, которые 2 раза по 80, спаться будет очень хорошо. Ребята, на здоровье! Здоровечка всем! И бабосов! Она будет розового цвета. Всех обнял!